Сегодня я хочу вам показать мой первый зимний день. Итак, я сначала хочу посмотреть в окно. Так, я открою окошко. Зима, настоящий зимний день, как же это здорово! Класс! Ну все, я сейчас оденусь и выйду на улицу. Там так прекрасно! Буду валяться в этом прекрасном снежку. Сначала пойти на кухню, покушать, позавтракать, а потом уже и пойти в гардероб. А сегодня у нас на завтрак пирожное, бабочка и пончик. Ну что, начнем кушать? Ай, дотягиваюсь. Пончик, наверное, будет очень вкусным. Я, наверное, наелась. Теперь пойдемте в гардеробную. А вот и наша гардеробная. Итак, здесь лежит из зимнего шуба и поясок к этой шубе. Ну что, я одеваюсь. А чтобы одеться, мне поможет моя подруга. Сейчас я принесу другой поясок. Примерим вот этот розовенький. Думаю, мне он очень подойдет.
конечно, подходит, но лучше его завязать вот так. Теперь можно выходить. Ну вот, я вышла на улицу. Тут очень снежно и красиво. Я нашла очень красивую поляну. Давайте сейчас ее украсим. Здесь стоит на этой поляне елочка. Под нее нужно положить подарочки. Сейчас я это сделаю. Нужно под нее положить игрушку. Эту куколку. Вот я упаковала подарочек. Пока. Украсим серпантином. Так, еще нам понадобится мандарин. Поставим его также сюда. Вот так. И слепим снеговичка. Ну вот, я украсила эту поляну. Тут очень холодно на улице, поэтому нужно спешить домой. А с вами я прощаюсь. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки и не забываем писать комментарии. Всем пока-пока. И с наступающим вас Новым годом. Украшайте также свой дом и...